Там просто специфически выглядит реально, как будто мы под водой, но там, по идее, ну, нет воды, там пустое пространство. Мы добиваем босса? Да. Это же карманное измерение Меридии. Ну да. То есть у Меридии какой-то мутный карманчик. Это у нее украли карманчик. Из этого карманчика мы из такого же забираем свою душу. Браво, карманчик. А представьте, что мы забираем душу, просто подходим и начинаем ее жрать. А что просто если? Запихивая в камеру. Где ты это увидел? Если? Я просто представил. Подождите. Муалтар — это же просто доспехи, оживленные душой. То есть мы сражаемся с душами тех, кто еще не прошел основной квест. Оу, а что если... Перестать курить? Мы сражаемся. Нет, это слишком... Слишком. Нет, это вот как в Рокрах недавно говорили, я просто открыла ту верну Ледовики, тихо офигела, где там было обсуждение, типа, почему нету альтернативных способов прохождения контента. И как один из альтернативных способов предлагали, там, не знаю, прийти, например, на Годслейера и просто попробовать уговорить дракона не драться. Оооо, каваи. Оу. Может, он за спиной какой-то гаденыш присосался. Да и ладно. Да и пусть. Они хотят сосать. Они хотят какать, как в РПГшках, что ли? Настоящих. Где можно там это без сражений проходить, а можно. Типа я не хочу идти в данж на четверых, но я хочу шапку. Поэтому все остальные должны страдать, и почему у игры такой плохой дизайн. Я просто иногда читаю эти обсуждения и... Просто вот... Хорошо, что я замьютил все эти каналы просто. А, дайте его. Он у меня тоже был замьютен. Я просто решила его вот разок открыть и посмотреть. И поняла, почему на тебя замьютен, да? Сразу же. И поняла, почему он у меня обычно замьючен, да. Ну просто... Насколько было бы это убого, типа вот, вели они такую возможность, да, там, уболтать. Вот, люди разобрались, как уболтать, написали аддон, который выбирает эти диалоги за тебя. Скорпуш! И консольщики такие, я не успеваю нажимать диалоги, это слишком сложно, аддоны это чит. Нужно время, как в поставщице нажимать, там, врагов на дереве. Вот своя ротация на диалоге. Угу. Не, у меня так было, когда я манор в линейке сдавал. Комбинация клавиш, чтобы открыть нужное меню. Потом быстрое закрикивание, чтобы продать по выгодной цене, а не просто продать. Ой, смотрите, какой там слева красивый доплат. Да, я заметила. Еще в прошлый раз, когда мы тебя ждали. Чем может, ну эту войну, там, ачивки, мы там плаваем. Будет у нас пляжная серия, как в аниме любого. Ей, пляжная серия. Ну все, убиваем босса, идем на пляж. Для пляжной серии нужны купальники, которых, к сожалению, в этой игре нет. А как же у нас такое полотенце? Ну, оно не очень купальник. Я не чувствую себя... фан-сервис, да? Нам нужны купальники. Ничего, скоро патч Ноктюрнал зовёт. Ой, да, ну такое себе. Ноктюрнал, оно не очень. Вообще не очень. Оно на фоточках, знаете, верхняя часть выглядит еще более-менее... В игре это выглядит как... Ну, ужасно. Это как в Инстаграме. Кстати, краткое описание, да. Тут сундук, что ли? Сундук, да. Я просто смотрю, навелся случайно. Из-за эффектов вообще ничего не видно. Слушай, описание инстаграма? Сверху на фоточках нормально. У меня знакомая есть, ну как, не моя знакомая. Ты её знаешь по инстаграму, да? Я знаю её инстаграм, секрет.
Так вот, она на Инстаграме фотки прям топовые, ну прям хорошие. Типа, конечно. Но в реальной жизни она еще лучше, да, да, не так хорошо, потому что у нее, как бы сказать, челюсть большая. Квадратная такая. На фотках выглядит хорошо, а в реальности, ну, не очень. Слушай, обидно вообще. Тут с этим ничего делать не можешь. Что-то квадратная челюсть, что ли? Девушка квадратная симпатичная. Чё ещё раз? Девушка квадратная челюсть перестанет симпатичная, а имеет скул выраженные щёки в палке. Ты пролагала пипец. Блин. Да, ты, кстати, действительно пролагала. Ну, говорю, девушки вообще с челюстью широкой, симпатичной. Квадратная, особенно если скул выражены, и щёки. Я не говорю, что она симпатичная. Я говорю, что разительные отличия есть. А то звучало так? Нет, ну, звучало как хейт. Она страшная. Она приятная, но... Да-да, может, как всегда. Да-да-да. Ой, да всё, да ну. Я уже думала обидеться. Я ж не это... Всяко исправила всю ситуацию, да? Там всё ещё всё нормально с внешностью, но просто отличается. Типа, того, то, что видишь по фоткам, и то, что ты видишь в реальности. Пытаются на фотках выставить то, как они хотят, как они будут выглядеть. В общем-то, ничего удивительного. Так, в принципе, стараются, наверное, все люди сделать. Ну вот. Ну только если ты специально делаешь фотки, просто убогие, чтобы... Чек. Упс. Меня... Я делаю фотки, какие получится. Меня так за инсту постоянно отчитывают, потому что Диана старается что-то нормальное выложить, а я что-нибудь посмешнее. Все правильно делаешь. Ну и она у меня дохлая, потому что мне лень что-то делать вообще. Я так чувствую. Все равно поддерживаю по поводу выложить что-то посмешнее. Ну типа наши красивые лица и так все видели, зачем их надо еще показывать? Вот мне лицо выкладывает. Есть другие всякие места. Oh. Ну, в смысле, там еда. Еда — это не места. То есть для тебя это еда, симпатичные мальчики, да? Так бы и съела этих лапочек. Да-да, я ем таких. Я теперь поняла, почему у нее аватарка такая. Заманивает. Да. Сто пудов. Котик не работал, вот это была аватарка с котиком. Теперь надо по-другому. Просто мне жарко стало. Вот он до этого снежком похожусь. Да забирай. Какие предложения? Это он все про мальчиков подумал своих и такая... Своих? Ты че, охренел что ли? Ты как он тебя считаешь? Давай. Мальчики, это уже не модно, чувак. Да, прости, пожалуйста, меня. По мальчикам и девочкам? Нет, ты сказал, ладно, забудь. Билю, познайте. Может, на четверг, как будто у них много. А чё так мало? Да, чё, плохо, что ли? Всё, нет. Вы чё-то меня уронили, простите. Шишка на него упала. Ой. Что-то с ними несло. Парни, давайте без даунбрейкеров. Ну чё, вы нормально же общались. Красиво влетел в скелет. Чё-то у меня даже дипс появился. Было всегда 2к, а сейчас 9.5. Что ты делаешь сегодня вечером?
покажешь мне свои парсики? Потом ты показываешь свои парсы с 3-миллионного скелета, и мы заканчиваем общение просто. Да, я такой, и это все. Ребята, не дейте, я так... не живите. Ой, блин, уйти. Сейчас я подхилю. А я уже подхилил. Вы что, соревнуетесь за то, кто секу хилить будет? Краш! Больше никому не надо хилить. Больше никому не надо хилить, я понял. Давайте подождем, пока она вылетит. Да, там мобы начнут. Пока она станет. Это там мужик придет ко мне, да, опять. А, ну все, можно летать. О, так быстро? Вот что хил Лара делает. И вот похилил человек, вылетел. Он два раза быстрее. Больше я онлайн еще. Приколи, ЗОСы такие сеты ведут, типа. Скорость тревога ускоряющая. Что их надевать? О, очередь. Да, я, кстати, тоже когда заходил, удивился. Что, простите? Да, да. Какая очередь. Сервера не выдерживают. 30 секунд бесконечно. You have been placed in the queue. Верните секу, мы не будем её бежать. Вот, блин. Мы больше не будем говорить, что у него много мальчиков. Верните секу. Да. Это как Мортон сказал, между прочим. Всяко, все хорошо, у тебя нет мальчиков, только вернись, пожалуйста. Очередь Мортон уже. Всякий уже очередь. Очередь уже мальчиков. Уже кастинг, знаешь. Типа расскажи о себе. Покажи свой снежок и так далее. Нет, если не показывают снежок, я думаю, они сразу вылетают из списка. Пусти Мортон. Оу. Ой, лол. О, побилось коннекшн. Так, ты, кажется, убила что-то маленькое. Убила крысу. Какая крыса? Угу. Вот тут записку можно прочитать. Две лежит. По-моему. Ладно, еще шкаф, наверное. Вот эти, ну, видишь, шкафы рабочие. Раньше, помню, лутал все эти книжки, чтобы скиллы качать. Ну, там эти ветки просто качаются. Различные, в зависимости от содержимого книги. Было полезно. Да, с минимальным текстуром чуть не очень от юбок. Еду надо проверить на всякий случай. Я покажу 40 минут. Должно хватить. Так, я не понимаю, куда бежать. А, все. Угу, хорошо бежишь. А теперь будем слушать иной диалог. Да, погубили его. Yep. Мы хотели, чтобы ты страдал между снами. А. Черт, мой план раскрыт. Это больше не работает. У меня еще снежок рядом появился, но он не ушел под землю. Там просто шарик, камешек валяется на земле.
Да. Он просто испаряется. Я вместо одного чудика случайно затаунтил этот Ice Pillar. Думаю, чё он к вам идёт какой-то агрессивный. Чисто мастер танк. Yes. Лекция читают. Все помнят, да? Не вылетать. Теперь вас ледяной столб не будет бить, ребят. Все хорошо. Я выдержу, да. Он очень агрессивный. Вот вся пачка зайдет, летает от мобов других, вот куда нормальный столб держу. Не, вот смотри, Мортон, с другой стороны посмотри на ситуацию. На тебя хоть раз напал ледяной столб? А все почему? Чёрт, об этом я не подумал, действительно. Удачи. Пожалуйста. Какой же всё-таки у нас крутой танк. Аккуратно. Да, всё, я больше тут не умру. Не от ледяных столбов? Видите, я не умерла. Сейчас. Класс. Мои снежки упали ровно. Все увидели босса. Вот зачем тебе питомцы, когда книжки танцевые читаешь. О, господи! Случилось. Ты опять выкинула? А как уже разрядилась? И это могло очень сильно. Так, вас чудики думают. Да. Есть хотя бы какое-то подобие интеллекта. Чудик закончился, босс постоял, подумал, подумал и прыгнул в босса. Да, но у них есть. У них больше интеллекта, чем у некоторых игроков. Заяц токсик. Снова токсик. Мочи, гада! Ура! Наконец-то! Грацио! А теперь я посмотрю на водичку, которую играли. Мне реально кажется, что мы под водой. Это все снежки. Ну тут так, тут как бы эти... Это туман просто. Это не туман. Не знаю. Может из-за того, что мы типа в каком-то таком пузыре? Если а у вас не пузырь, случайно выглядит. Там этот Depths of Field, вот новый и все прочее, не? Может из-за него, как кажется? Я не знаю. Так, ребятульки, пошли на пляж. У нас пляжная серия.
Давайте. Так, сейчас подождите, я поставлю ракетку. Чтобы мы это быстрее дошли до пляжной серии. Снеговик, по-моему, мы тоже быстро выпал. О, мне скиллпоинт еще дали. Я все время забывал его забрать. Это мне Тиля напомнила. Вечная проблема была скиллпоинт забрать. Где пляж? Куда мы идем? На пляж. Западу? А там ночь. Точно! О! Оу. День. Все, можно тусить, ребят. Мы же не здесь были, что произошло. Не, ну мы за этим же, на Золотом берегу. Угу. Все хорошо. Надо это... Будем фоткать с медведем. Никто на пляже с оружием не ходит? Насколько я знаю, надо еще переодеться. Я надеюсь, конечно, чтобы выкинуть оружие. Ломай. Костюмы. Что эти? Что-то, что лишит меня одежды. А, или просто раздеться, кстати. У меня есть что-то подобное на костюм сейчас. Сейчас. Где такая варварочка? Где этот аутфит за много миллионов? У меня почему-то ботинки не снялись, хотя я их снял. Этот новый стиль, что ли, такой? Нет. И перчатки, и плечо, кстати. Оу, май. Я как стриптизер сейчас выгляжу. Так, ладно, тогда танцую. Мортон, давай, соединяйся. Чисто такое... А, вы хотите еще оголиться, чтобы... Ой, все. Чисто в наплечниках, перчатках и ботинках. Просто что это за стиль такой? У вас так же меня видно или... Я так у меня такой... Да. Да. Хорошо. И у тебя наплечники еще есть? Да, да. Хорошая туника. Ну, такая женственная. Да. И все. Мне, кстати, нравится, как у этого костюма, который сейчас на мне, у него есть искусственная задница, если присмотреться. А то есть они... Да, да, у него там такие накладки. Хитро. На модели, да. Это как раз для Инстаграма получается. Так, у меня что, кнопка не забинжена? Сейчас, секунду. Чтобы интерфейс спрятать просто. Все еще найти придется. А вот. Все, можно чилить. Понеслась. Оу, какая у вас грудь. Наверное, самая большая из всей группы. О, да. И этот кип проблемы мне делает. Ого, ребят. Просто большая грудь руинит просто в тонну костюмов. Так, а... Отвечаю. Ты же можешь просто это... Ну, купить жетон смены внешности. У меня есть жетон. Я просто не хочу его тратить на то, чтобы изменить грудь. Типа, ну... Не знаю, люди большие деньги для этого тратят. Плюс я привык к своей здоровенной груди. Я, пожалуй, поживу с ней. Сейчас пляж, девчонки, обсуждаем грудь Мортона. Мне нравится. Тоже. И моя девушка на заднем плане такая, что? Кажется, я заинтересовал наш пляжный эпизод. Классические приключения с Мортоном. Да, Диан, не волнуйся, я к Мортону пристаю, да. Говорит, тогда все нормально. Ничего, Мортон, с тобой можно. Шикарно.